В связи с вопиющим случаем избиения инспектора ДПС в твиттер-сообществе появилось сообщение о сборе подписей с целью не дать виновному избежать заслуженного наказания. Под обращением к губернатору Ивановской области и президенту Российской Федерации за полчаса подписались около 100 человек. После чего ОМОН забрал организаторов несанкционированного сбора и все собранные ими подписи.